Конечно же, Россия имеет очень сложную историю. Конечно же, вера есть судьбоносный вектор для нашего народа. И если не искажать историю, любой человек, вне зависимости от его взглядов, религиозных убеждений, не может не констатировать, не признать тот очевидный, очевиднейший факт, что сама государственность российская нерасторжимо связана с православием и церковью. Собственно говоря, она и создана, и существует более 1000 лет как православная государственность. Поэтому те изменения, которые периодически происходят в жизни, они не случайны. И вот сейчас, в эти дни, когда страна, народ, люди размышляют о том, что должно быть отражено в главном законе нашего государства, наверное, имеет смысл сказать мне прежде всего об этом. Прежде всего о том, что стоит за словами патриарха, который в рождественские дни произнес очень важные слова, что бытие Божие должно быть отражено в главном законе нашей страны. Это понятие о Боге на самом деле никакая не новость. И на самом деле то, что сказал патриарх, отражает суть человеческой жизни. Понятие «человек разумный» и «человек религиозный» — это абсолютные синонимы.